Всем привет! Меня зовут дядя Митя, и я сейчас нахожусь прямо в самом центре города Воронежа. И иду по самой красивой улице города Воронежа. И по самому центру ее. Только машины почему-то еще ездят. Какой-то странный мужик. Как видите, Ситимобил можно везде гонять, короче, я понял одно. Короче, идем. Радуемся. Наконец-то ее сделали пешеходной улицей. Все, ребята, мы этого дождались. Посмотрите, какая красота. Нормальные люди идут по тротуарам. Идут по месту, вот сейчас он по центру. Ну, классно же. Мы должны ходить по центру. Мы в своем городе живем. Мы должны именно ходить вот по центральной улице. Когда же ее сделают? Интересно. Именно пешеходная эта улица. Классно было бы. Есть предложение, вот сегодня читал, то, что хотят сделать на все лето ее пешеходной. Я считаю, классно. Да? Только я думаю, у нас люди все равно будут на ней ездить. Всем будет плевать, то, что пешеходная она или не пешеходная. Ну, тут же люди живут. Ну, а как тут людям добираться? Реально, кто живет здесь? Не знаю, где-нибудь в другом месте машина стоит. А там Сбербанк есть. Как им касаться будет подъезжать к Сбербанку? Что-то гремит, не облачко. Огром вообще просто. Сейчас прошел такой ливень просто. Весь город затопило. Ну, по ушам еще можно понять, что он был сильный. Там вот впереди облака еще. Да там какие-то слабенькие. Вот там, смотри, все черное, серое. А вот здесь вот находится у нас площадь Победы. Знаменитая. А на самом деле эту улицу перекрыли для того, чтобы ее отреставрировать. Здесь будут снимать верхний слой асфальта, потом что-то еще, какой-то слой асфальта, все это... А, трубы будут менять, естественно. В 2011 году то же самое происходило. Перекрывали весь проспект Революции и делали здесь все заново. Ну, как мы видим, то, что есть трещинки, люки уже все повылазили, ездить здесь невозможно. И, ну на самом деле, кочки везде. Я не говорю, что здесь супер дорога. Выемки, вон там есть. Я считаю, это было правильным действием. А тем более у нас будет День России 12 числа. Представляете? И улица перекрыта. А это все происходит в момент пандемии, так называемой, карантина. Когда считаю, на улицу ходить нельзя. Когда на улицу нельзя, масочный режим введет. Расскажите в комментариях, есть у вас такие же пешеходные улицы, по которым можно ходить? Мне интересно, я почитаю, приеду, засниму, посмотрю как. У нас таких улиц очень мало. Одна. Точнее, улица. Одна. И вот... Ее сложно назвать пешеходной. Идешь, раз, дорога. Да. Светофор. Опять идешь, раз, дорога. Светофор. И все, и на этом все закончилось. Там за 5 минут можно быстрым шагом пройти всю эту улицу. Не, ну круто. Блин, мне... Мне очень нравится вот так гулять. Вроде никакой не праздник сегодня. Понедельник. Простой понедельник. Не хватает, знаешь чего? Музыки, шаров, концертов. И тапочек. Каких тапочек? Чтобы я на каблуках не мучилась. Русские народные песни должны играть. Не, вот играют, ты что, прислушаешься? Не, ну есть какие-то патриотические. Вот мы даже идем сегодня, сегодняшнего числа, перекрыли дорогу, да, для ремонта. А вон там, вон вдалеке, какая-то техника находится. Ну, они что, не сразу все будут делать. Да, где-то очень-очень далеко. Короче, на 20 дней. Но я... У нас... Люди все были возмущены сегодня. Просто комментарии читаю. Вообще ужас какой-то. Пишут, да какого рожна перекрыли улицу главную. Я по ней всегда ездил и ездить буду. А тут все перекрыли. Некоторые люди пишут то, что, блин, ребят, вы поймите то, что вам все не так. Перекроют плохо, не перекроют плохо, ремонт делают плохо, ремонт не делают плохо. Вы уже определитесь, что вам нужно от этой жизни. Вон, причем машинки ездят. Че, ну, красный свет. Доход, да. Красный свет. Вот так вот. Вот видите. Вроде едешь по перекрытой улице, все равно соблюдать приходится.
Не, вон там смотри. Уже сняли. Да-да-да, уже все, поснимали. Дальше шире плывет эта площадка, обрати внимание. Угу. Если здесь часть асфальта сняли, то там дальше практически всю левую сторону сняли. И не, часть правой, да. Просто удивительно, почему сейчас ничего не делают. Время 3 часа дня. Только разгар рабочего прошел. Дня. Дождь прошел, асфальт сырой. А, то есть они должны в дождь работать. Да. Я понял, понял, понял намека. Рабочие работают только в дождь. И ночью, да. Не, и днем, когда пробки, почему нет? Ну тут же будет снимать вообще, блин. Тут же все будет перекапывать, потом сетку укладывать. Тут вообще целая инструкция, как это все сделать. Когда нет звука машин. Блин, я обожаю вот это. Не знаю. Кстати, тут же часть реконструкции начали еще под 9 мая. Убрали столбы, опилили деревья. Поставили новые столбы, разобрали все провода. Винчик стал гораздо меньше. Да, у нас вот тут вот поменяли столбы. Вот они стоят. Они стали новые, современные. И довольно-таки интересного плана, то, что провода на них не болтаются, не пойми как. Все сделали в порядочек, привели. Короче, вот так вот, ребят. Кто хотел посмотреть, что сейчас происходит на проспекте Революции, я вам показал. Здесь идет реконструкция его. 20 дней будет идти, да? Так что ждите. Мы заснимем, как... Ну, что тут снимать? Дорогу мы не будем снимать. А вот когда будет уже новенький тротуарчик укладывать, тут какую-то плиточку будет хорошенькую, современную укладывать, мы это все тоже подснимем, заснимем и покажем, как на ней можно идти и не проваливаться. Так что все, подписывайся на меня. Меня зовут дядя Митя. Ее Юля. Всем удачи и пока.